Два года назад мы обнаружили трещины в мембране по всему верху бассейна. Солнечные лучи и морозы сделали свое дело. Год-два я потерпел, пытался их как-то латать, клеить заплатками чуть ли не на битумную мастику, но, наконец, решился на самый бюджетный вариант реконструкции. Много пересмотрел роликов в YouTube, узнал, что есть такая пленка «Минилит» Борского полимерного завода в Нижегородской области. Изучил отзывы, все плюсы и минусы и решил скупить рулон 50 метров шириной 235 сантиметров. Всего 148 квадратных метров получилось. Это с лихвой, с запасом. Контактировал со мной хороший менеджер по имени Роман Ромин, о котором я тоже услышал в сети. Кто ругал, кто хвалил. Не его, пленку. По мне так очень контактный, вежливый сотрудник. Спасибо ему. Но вот доставка средствами экспедиторской службы «Байкал Сервис» меня разочаровал. Мучительно долго. Недели три. За время ожидания груза мы постелили доронит геотекстиль марки 200, производства Ильиногорска, тоже в Нижегородской области. Кстати, пришел молниеносный через менеджера Полину Губареву, она нами занималась, средствами компании «Деловые линии». Дня через 2-3. Пока ждали винилит, поднял сильный ветер. Нанес кубометры семян вяза и листвы. Пленка пришла, давай пылесосить в два прибора. Щеткой вымести бесполезно. Керхером смывали, сдували в одну сторону и пылесосили, чуть ли не запороли технику. Каждые полчаса чистили мусороприемники. И, наконец, приятный момент укладки и клейки с геомембраны винилит. Клали полосами по 15 метров, склеивали по месту, обжигались от раскаленной пленки. Клей прислал завод 3 литра, хватило, да еще осталось. Клеил, клеит безупречно. Какой там 646 растворитель? Им, кстати, тоже клеют. Когда в бассейн будет налита вода, она, вот, допустим, обрамлена она будет вот этим вот такой плиткой, чуть выступающей вперед, нависающей. И вот эта часть, тут вода будет где-то вот до сих пор. А вот эта часть будет открыта все время под солнцем находиться. Поэтому мы хотим провести эксперимент. Если эту часть сокрыть доронитом, то есть геотекстилем, полоской. Но приклеится ли он, что там? Да не, зачем? Ну давай так, приклеим. Все, хорош. Да все, нам же Роман сказал точками клеить. Подержим так. Все, больше ничего не делать. Мы же не будем по всей длине держать. Ну да. Сейчас выдержим, сколько мы выдержим. Давай, прошла минута. Попробуй открывать. Все, она держится. Все, если она постоит еще, она будет намертво. Ну да. Да не, нормально. Нормально. Ну водой же ее не смоет никак. Да. Все, отлично. Нормально вообще. Вот так Руслан заделывает шубой торцы нашего бассейна. Декоративная. Да, решили. Да, штукатурка. Декоративная штукатурка. Решили не шпутлевать. Не шпателем, а вот так руками. Мы не ищем легких путей. Да. Так, вот в эту гирлянду. Ну что? Из зеленой сетки. Молчи. Посеем траву газонную. Практика показала, что она хорошо растет в воде, дает хорошие корни. И тут есть опытный образец. Вот она растет, травочка. Дерн прям выдернули, положили в сетку, поставили сюда.
сделаю. Тут росла черепахи жили.